В этом году всероссийский педагогический диктант был посвящен 200-летию основоположника русской педагогической науки Константина Дмитриевича Ушинского. В мероприятии в 20-й школе поселка Краснознаменский приняли участие более 50 конкурсантов. Им предстояло ответить на вопросы, касающиеся главных принципов российской педагогики, действующих в образовательной системе. Сегодня у нас достаточно много народу пришло. Это пришли ученики педагогических классов или групп из соседних школ нашего округа, также из нашей школы. У нас открыт впервые в этом году педагогический класс. И педагоги пришли, которые преподают в школах либо основы педагогики, либо основы психологии в этих классах. И сегодня у нас неожиданно, мы рассчитывали на 40 человек, но пришло 55 человек сегодня на нашу площадку. Я считаю, что интерес не только у нас, у взрослых, к этому диктанту, но и также у учеников, потому что сегодня очень много пришло учащихся 10-11 классов. Педагогический диктант традиционно проводится в начале учебного года. Для его участников это очень значимое мероприятие. Мне как учителю было, да, вспомнить мои университетские годы, обновить знания. И для моих детей 10 класса, да, педагогического направления, которое имеет, тоже, я считаю, очень важно познакомиться с трудами Ушинского. И я думаю, мы еще с ними на педагогических уроках познакомимся, еще и с Макаренко, и с нашими другими великими педагогами. И, в принципе, такой вот старт для, в начале года, педагогический диктант, я думаю, это важное мероприятие, которое очень было бы неплохо повторять, наверное, каждый год. Всероссийский педагогический диктант дает его участникам возможность проверить свои знания и подготовку не один раз. Конкурсанты, показавшие лучшие результаты, примут участие в выполнении конкурсных заданий уже на национальном и всероссийском этапах. Андрей Цеханович, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.